А можно это попробовать? Такой раньше, да, вот смотрите, ого, во, ничего себе. Нашли, это же как, какой труд это вот да, все. Да. Вкусное? Она не, не спелая? Снимайте, не надо. Не спелая? Не, я вот это не, хочу. Не, снимали. Не надо. Клюкву. А вот это снимайте. А я вам сейчас еще... Снесно. Я ж не вас. Ой. А я даже не знал, как она. Это. Это что? Это она не спелая, что ли? Вкусные такие. И сколько здесь можно собрать? Смотрите, похоже, да? Да? Ну да. Она сняла. Такая большая. Ничего, да, вон туда. И вот здесь, конечно, вот здесь, наверное, где-то. И это не обычный, не уж, да? Я вот не понимаю. Не уж, наверное. А какая-то вот серьезная. Думаю, да. Смотрите, друзья, вот так вот открываешь. И вот она прям в кустах. Смотрите, сколько там. Ее прям много там. Я первый раз вижу, как растет клюква. Вот, смотрите, крупная. Класс. Она такая вкусная. Джина, пошли. Ты тоже там клюкву собираешь? Пошли. Так больше идти, даже не узнаешь, что здесь под ногами клюква. Я сколько здесь ходил, первый раз вот вижу, что она, оказывается, там внутри растет, в кустах этих, в траве. Пошли. Дождик, Джинка, дождик. Давно не было, да? Дождичка. Да, все, тепло закончилось, наступили холода, осень настала, холодно стало, да, Зинка, птички перестали какашки клевать. Дела свои быстро делай. И домой пойдем. О, что-то прям сильный ливень. Пипец, вот дома сидел. Дождь почти закончился, по прогнозу. Думаю, ну хорошо, пойдем. Блин, еще впереди собаки. Надо выключать камеру. Стой, Джина. Обратите, друзья, внимание на Джинины уши. Джина, когда назад вот складывает... Для чего ей нужны еще уши? Вот когда дождь идет сильный, она их раз и закрывает. И ничего ей вовнутрь не попадает. Да, Джинка, пошли. А если были бы обрезанные, собака ничего не может закрыть. Они все, снег, пыль, вода, все залетает в уши. А так вон она сложила, как зайчик, назад. И все, ничего не попадает. Джина, куда ты меня потащила? Пошли сюда. Вот так, вот так. Вот так. Ух. Пипец, он прет, а. Я чуть ли не падаю. Фух. Надо тебе, кстати, Джина, тоже заняться пробежкой в лес куда-нибудь. Вместо поводка надо тебе резину жгут надеть, чтобы ты не дергала, а плавно тянула. Ну, что там привезли? Посылочку для Джинки отправили, да? Джинка говорит, ей давай, папка, я сама разберу.
Мне очень интересно, запахи какие-то оттуда идут. Давай, разбирай. Только, может, я тебе комнату отнесу и будешь сама разбирать, что там интересного. Пойдем, Диночка? А? Пойдем, Диночка? И такая довольная собака. И что-то мне принесли. Что там такого вкусного мне принесли? Ой, Динка, подожди. Эй, Нуринда, да подожди. Дина. Папка уже видит какие-то вкусняхи. Дина папке не дает даже комнату отнести, коробку. Говорит, давай я сейчас здесь все быстро разберу. Так, Дина, назад. Сейчас, подожди, дай папка разденется. Стоять. Иди, Динка, разбирай. Давай разбирайся. Разбирай. Что там интересного? Что там Диночки прислали интересного? Давай посмотрим. Разбиральщица посылок. Динка, интересно, кто тебе это прислал? А я знаю, кто. А ты знаешь? Ты их тоже знаешь, кстати, Джин. Вы уже виделись. Молодец, давай, 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 Джина, разбирай, давай. Помогай папке, папка без тебя не справится. Что там, мухи летают, мешают, да? Давай, давай, давай. У нас тут опять, короче, муха где-то большая летает, и Джинка за ней охотится. Так, ну что, давай посмотрим. Что нам тут? Ух ты, это же тебе, Джинка. Давай, на, разбирай. Это тебе. Это надо, наверное, не порвать, а как-то разобрать. Ладно, давай, рви. Рви, Джина, давай, возьми. Возьми, Джина. Какая-то резиновая штука. Игрушка резиновая, Джинка. Ты посмотри, гвоздочка. Офигеть, резиновая такая плотная. Каучуковая. Возьми, Джина. Возьми, Джинка. О. А, это папки. Это точно не тебе, Джинка. Это у нас рыбка сушеная. Вижу. В облачко. И желтый полосатик. Вкуснятина. Спасибо. Что там вот это? Что у нас большое? Большое такое. Это сальцо. Тоже сало для папки. Классно. Орехи. Или что это? А, ну да, это орехи. Офигеть. А, это кишью. Кишью и грецкий орех. Здорово. Динка, скажи, а мне что? Все только резиновая косточка. Сейчас посмотрим, Динка. Колбаса. Колбаса. Да, Евгений и Светлана у нас занимаются продажей, как это сказать, вот всяких вкусностей. И вот они нас часто радуют. Смотрите, кто там, Джина? Баранина тушеная. Ой, нам на год хватит опять. Так, оттуда что у нас, Джина? Наименование товара. Финики. Вот это да. Уже все знают, что папка обожает финики. И вот такой подгончик нам. Но тут какие-то они огромные. Импортные. Это королевские. Ну-ка давай посмотрим. О! А, они еще запечатанные. Крутяк. Вот это да. Вот это да. Вот это да. Так. Давай, Джин, разбирай, что у нас тут. Чем-то пахнет вкусным. О! Это какая-то рыба. Красная. Какая-то красная рыбеха. Крас-крас. Только куда мне это девать? У меня все забито. У меня даже сазан еще есть. Ну ничего, разберемся. Ух ты!
Это же это, перец острый, походу, да? Похоже на помидоры, но это точно перец острый. А, вот тут тоже рыба. Это тоже рыба. Ну-ка. Во! Рыбеха! О, запах-то какой рыбий! Запах-то какой рыбий! Вот она. Вот она рыбка, Джинка. Как тебе запах? Так, еще тут один пакетик. Так, это тоже мне. Что это? Ну-ка, давай развернем. А, нифига себе, это красная икра. Вот это вы нас балуете, Евгений и Светлана. Это сколько гостинцев, а? Ой, Джинка думает, такая, блин, мне одна косточка. Пойду жевать. Джинка, у тебя и так вкусняшек полно, и игрушек полно. Только папка тебе ничего не дает, просто так. Спасибо большое, Евгений и Светлана. Вы нас так балуете. Как-то даже неудобно. Баранину я уже пробовал вашу. Очень вкусная, понравилась. Финики я такие, что-то я еще не пробовал, кстати. Будем кушать с удовольствием. Да, Джинка, а кто это теперь все убирать хозяйство будет, а? Зиночка. Ну как тебе, Джинка, костяха? Вкусная? Ты смотри, прям жует, как будто бы настоящая кость. Ну, у нее запах вот какой-то есть, может быть, специально для собак. Ну, такой вот зубочистка, в общем, резиновая. Зубки себе помассировать и почесать. Прикольная косточка. Ну, ты ее вряд ли, Джина, разгрызешь. Это точно, это такой плотный каучук. Специально для погрызух. И чтобы вы, вот такие собаки, акулы, крокодилины, не смогли их быстро разгрызть. Давай, давай, посмотрим. Ну и что ты с ней сделаешь? Ну давай, давай, Диночка, посмотрим. Что, Джинка, никак не получается, да? Лапками покрепче держи. И грызи. Ну, Джинка, у тебя это и не получится, я так думаю. А вообще, фиг его знает. Ты же у нас акула-крокодилевна. Для тебя нет ничего невозможного. Все, что я тебе не давал, ты все сгрызала. Так она прикольно лапками держит. У кого лапы красивые, Зинка? Вкусная косточка. Что ты скажи, она как-то не сгрызается. В общем, созвонили сейчас с Женей. Он сказал, что его собаки уже целый год эту кость жуют и никак не разгрызут. Интерес не пропадает. Оказывается, у этой косточки есть запах. Я тоже вот понюхал. Ну, какой-то вот запах интересный такой. Вот и собаку привлекает. Во-первых, запах ей нравится. Во-вторых, вот этот материал такой, резина, знаете, он и десна массирует, и зубки, видимо, ну, челюсти разрабатывает. Вот так, кушай, кушай, Дина моя сладкая, кушай. Все, косточку тебе на завтрак, значит, ты сегодня без завтрака. А как ты ее разгрызешь, это уже не мои проблемы. Косточка у тебя есть. И такие глазки, вот и что, папка, пошутил, что ли? Попробуй сам разгрызи. Нет, Джина, у меня... С моими тремя зубами последними не получится. Довольная, довольная Джиночка. Ну вот, папка будет куда-нибудь уезжать. Буду вот на постоянной основе не буду ей давать вот эту кость, а куда-нибудь в магазин буду уходить, чтобы она это... Не ухожу, не ухожу. Я когда говорю, что я в магазин пошел, так она сразу на меня смотрит. Вот, буду давать, чтобы она это там не суетилась, не чесалась лишний раз. Кушай давай, кушай, Джина. Кушай давай, косточку. Чё, скучно, да? Не получается?
Ты тоже в шоке, да? От этого подгона. Сало, орехи грецкие, кишью королевские, солененькие, вкусные. Финики королевские. Это мы еще попробуем. Эта тушенка очень вкусная, я уже пробовал. Икра красная, икра заморская. Это горбуша, оказывается. Это очень сильный острый перец. Аккуратней с ним. Колбаска. А это, оказывается, форелька стейки. И тут у нас вот такая вот. К пиву. Рыбка. Вот это подгончик, да, Джинка? А где твоя косточка? Ты что, косточку уже проглотила, что ли, Джиночка? Вот это, да, я не мог это все вам не показать. Это просто... Вот это что за подгончик, а? Спасибо, люди добрые. Так приятно, папки. Да, Джиночка? Ты вообще будешь творожочек? Да, попробуем. А то сейчас наложу тебя, а ты не станешь кушать. Нормально? Будешь кушать творог? Ай, как вкусно. Тинка, иди кушай. Все, молодец, вылезла. Вкусно? Такие у тебя красивые глазки, Зинка. Такая любимая собака. Папа так любит тебя, Диночка. Где твой розовый носик и красивые глазки? Что? Не домыла, что ли, хочешь сказать? Ну, давай, домывай.